Битва за урожай в этом году еще не закончилась, как говорится. Вот такой у нас огородик. Такой нехиленький. 20 соток. Вот здесь у нас была капуста. Осталась только цветная. Мы ее попозже срубим. Это для того, чтобы все знали, хорошо иметь домик в деревне или нет. Вот, капусту срубили. Цветная даже есть. Капусту срубили. Все лето я ее плевал. Вот, одну тележку набрал уже. Вот, осталось еще на тележку. Вот, всю эту капусту мы уберем в погреб. Будем есть всю зиму свеженькую. До самой весны она у нас лежит. Ну а все лето мы над ней нянькались.